Денвер вырвал победу в овертайме над Оклахомой. Миллсап набрал 33 очка. 31 марта 2018 года, 5 часов 55 минут, баскетбол НБА. В матче регулярного чемпионата НБА Денвер Нагетес одолел Оклахома Сити Тандер. Встреча состоялась в Оклахома Сити на Чизпик Энерджи Арене и завершилась победой гостей после первого овертайма 126-125-27-28-35-30-30-21, 22 часа 35 минут, 12 часов 11 минут. Самым результативным игроком стал форвард Денвера Пол Миллсэп, набравший 36 очков. Центровой Никола Йокич заработал дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов. Уилл Бартон набрал 18 очков. В составе Оклахомы лучшим стал Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 передач, а также сделавшим 9 подборов. Кармело Энтони отметился 23 очками, Джерами Грант 16. Оклахома Сити Тандер проиграл в четвертый раз в последних 5 встречах НБА. Регулярный чемпионат 31 марта 2018 года. Суббота, 3 часа МСК, 125-126-28-27-30-35-21 час 30 минут 35-22, 11 часов 12 минут. Оклахома Сити Тандер, Уэстбрук 33, Энтони 23, Грант 16, Джордж 13, Брюер 10, Паттерсон 9, Адамс 7, Абринёс 6, Фелтон 5, Фергюсон 3, Дезьер, Джонсон, Хьюстис, Роберсон, Синглер, Калисон, Хэмилтон, Денвер, Нагетес, Миллсэп 36, Йокич 23, Бартон 18, Маррей 15, Харрис 12, Пламли 9, Элай Кратко, Элзе 6, Крейг 5, Чендлер 2, Фарид, Артур, Эрнан Гомес, Лайден, Моррис, Джефферсон, Бисли. Источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарии 031 марта 2018 года, 30 марта 2018 года.